Yeah! Что? Ненавижу, когда меня отвлекают, но, видно, это неизбежно. Удалось ли добыть что-нибудь новое из перечисленного в списке? Великолепно. Я беру их. Они идеально подходят для моих исследований. Спасибо. А теперь иди. Кыш! Да. Что? Ненавижу, когда... Напомни мне спросить тебя о моем зверинце. Кстати, у тебя есть что-нибудь для меня? Ты лжешь! Ненавижу. Мой зверинец? Ах, да. Я бы хотела создать его. Мне бы хотелось начать с болевога. Просто доставь его ко мне, а я его укращу. Я могу случайно убить животное. Если это случится, просто доставь мне другое. Как только я получу его, уверяю, твои усилия будут вознаграждены. Я могу продать тебе несколько заклинаний, если ты совсем не умеешь командовать животными. Не хочешь что-нибудь из этого? За такую цену я его, считай, даром отдаю, но зверинец для меня очень важен. Когда ты доставишь их мне, я собираюсь подождать, пока действие заклинания закончится, и только тогда поймать их. Мне нравится риск. Увидимся. Салют. Крусибли есть каджик, верящий, что вот-вот придет конец света.
Она хорошо за... Платит за магические предметы, которые ее защитят. Итак, начало зверинцу положено, и начало великолепное. Стоит своих денег. Вот плата. Думаю, пришло время добавить еще одно животное. Надеюсь, это будет Элитра. Если она тебе попадется, доставишь ее мне. Пока. Я просто счастлива заполучить Элитру. Вот твои деньги. Я уже устала от одних и тех же животных. Они только кричат, когда я экспериментирую над ними. Как думаешь, ты сможешь достать мне Гнарла? Гнарл, награда заслужена. Пойдем. Вот и ты. Не могу дождаться, чтобы поиграть с моим живым деревом. Ненавижу, когда меня... Этих животных пока достаточно. Однако я уверена, что они мне в конце концов наскучат. Навести меня потом. Увидимся.
Ты не из них. Но тебе все равно нечего здесь делать. И если их увидишь, скажи, что Эрвер готов и всегда на чеку. Они идут, я знаю. Они придут за тобой, как пришли за моей сестрой. Это толкнуло ее к холму самоубийств. Это то место, где ты окажешься, если не умрешь так, как он задумал. Они тебя до этого доведут, как довели бедную Гадонери. Я любил ее, она ушла, покончила с собой. Говорят, что души на холме могут стать свободными, если принести им останки тел. Я слышал, что те, кто освобождает души, будут благословлены. Однако это лишь слухи. Они разбрасывают останки по всей территории островов. Мерзавцы. В Крусибле есть орк, который смертельно боится кошек. Береги себя. До свидания. Кто идет? Не бойся, брат. Это я. А, вижу.
вижу, друг мой. Со всеми этими новобранцами трудно распознать, кто есть кто. Еще увидимся. Приветствую. Привет, друг. Ты ищешь свет? Мы идем к свету с открытыми глазами и открытым сердцем. Не думая о плоти, мы ищем свет внутри. Свет раскрывает все секреты и знает все мысли. Никто от него не укроется. Он освещает все. Отринь плоть, и ты узнаешь свет. Сотни лет назад это самое здание было храмом Всеродили, призванным лечить безумных. Именно в этот храм поместили императора Пелагиуса, когда он сошел с ума. После его смерти в этих самых чертогах храм был разрушен. Мы забрали камни из Всеродила и воссоздали храм здесь, на дрожащих островах. Сирта несет свет. Она воочию видела то, что мы видим только в воображении. Если ты желаешь примкнуть к нам, поговори с ней. До свидания. Пусть свет озарит твое лицо. Еще увидимся. Из наших. Ты не из здешних, чужак. Нет, ты не понимаешь. Убери оружие. Я не представляю для тебя угрозы. Возможно, ты в состоянии помочь мне. Успокойся, пожалуйста. У нас общая цель. Видишь ли, я знаю, что кое-кто пришел сюда вовсе не для того, чтобы к нам присоединиться, твоя светлость. Ты ведь собираешься убить ее, не так ли? Я чувствую это в тебе. Ты излучаешь насилие. Оно так и светится. Да, я слышал о тебе. Скажи, это правда? Это Шагарат послал тебя убить Сирту за ее постоянные нападки на него. Так, какая бы причина тебя ни привела, ты ведь хочешь Сирте не добра, так? Не пытайся опровергать мои слова, я знаю правду. Да, знаю. Но здесь есть те, кто также желает избавиться от нее, да. Те, кто полагает, что в большей степени достойны быть лидерами, чем она. Если ты поможешь мне, я помогу тебе. Сирта умрет, а тебе и пальцем не придется шевельнуть. Потом ты возьмешь то, что тебе нужно, и уйдешь во свояси. Слишком долго Сирта была тут лидером. Всегда против Шагарата. Всегда! Но мы устали от ее желания мстить. Сирта привела нас сюда, пообещав показать нам свет. Но все крутится вокруг Шагарата и ее мести. Сирта обманула нас. Но когда с ней будет покончено, я поведу апостолов к свету. По правде говоря, Сирта слаба. Ей нужны все приверженцы, каких только можно собрать. Поэтому-то ты можешь безбоязненно бродить тут, в этой робе. Она хочет одного — ударить по Шагарату. Ей нужны люди, и она ложью заманивает их сюда. Мне требуется оружие для меня самого и для апостолов, которые помогут мне в этом деле. Но Сирта уже относится ко мне с подозрением.
Она запретила мне и тем, кто меня поддерживает, носить оружие. Если мы начнем бродить там и сям и собирать кинжалы, это будет выглядеть подозрительно. Точно так, твоя светлость. Принеси мне 3 кинжала апостолов. Сирта должна быть повержена именно оружием света, если я желаю занять ее место. Тебе нужно проявлять осторожность. Не снимай робу, или тебя атакуют. Даже мне придется напасть на тебя, чтобы не навлечь на себя новых подозрений. Внимательнее, не убей случайно моих сторонников. Я не прощу такого преступления. Ты узнаешь их, им также запрещено носить кинжалы. Поможешь ли ты мне повести апостолов к свету и заодно поможешь себе? Хорошо, хорошо, принеси мне кинжалы, потом мы убьем Сирту. Это место хранит историю. Когда храм Всеродили был разрушен, мы воссоздали его здесь. Увидимся. Плоть слаба, свет вечен. Да не померкнешь ты вовек. Пусть свет озарит твое лицо. Ее свет покажет тебе путь. Thank you.
Салют. Салют. Ее песня направляет нас. Что? Приветствую. Ты носишь наши одежды, но я слышу тьму в самом твоем дыхании. Тебе неведома гармония. Ты не видишь моего света. Ты приходишь ко мне, излучая насилие и смерть. Такому свету не место здесь. Мы ищем гармонию для себя и для дрожащих островов. Я знаю, почему ты здесь. Я слышу это в самом твоем дыхании. Ты глашатай ложного бога Шаагарата. Я знаю его секрет. Я видела его пустующий трон. Видела своими собственными глазами, в то время как Нью-Шиот горел в сером огне порядка. Шаагарат отказывается защищать нас. Безумный бог? Ба! Серый марш несет тьму. Мы ищем света для всех. Да. Когда пришли рыцари, я бежала в город. Пока они шли, превращая все в пепел, я искала способ пробраться во дворец. Я искала Шаагарата. Это его царство, и я знала, что он защитит нас. И что я нашла? Трон безумия пустовал. Шаагарат сбежал, оставил нас умирать. Я спряталась, когда двери тронного зала распахнулись. Я не помню, что было дальше. Я очнулась на болотах и спряталась под землей. Я не выдержала предательства Шаагарата. Он принес разлад на острова. Он позволил Серому Маршу одолеть нас. Я собрала тех, кто может видеть свет, и возглавила мятеж против него. Нас разгромили темные соблазнители. Мне одной сохранили жизнь. И, пощадив меня, Шаагарат сделал свою последнюю ошибку. Здесь соберу я новую армию
и скину с трона трусливое божество раз и навсегда. Он ушел? Значит, опять начался серый марш. Если так, тогда почему ты здесь? Мой глаз? Ты хочешь отнять у меня свет? Почему? А мой глаз нужен, чтобы создать артефакт, не так ли? Очень хорошо. Мне удавалось пережить и большие опасности, чем представляешь собой ты. Так сразись со мной, и я покажу тебе в конце твоей жизни, как ярко сияет мой свет. Тогда ты умрешь. Я... Еще только разминаюсь, жалкий червяк. Плоть слаба, свет вечен. Привет тебе, брат. Ярок ли свет сегодня? Ее свет покажет тебе путь. Ее песня направляет нас. Плоть слаба. Удалось тебе добыть кинжалы? У тебя они есть? Да, дай их мне. Я хочу пустить кровь Сирте. Вечером свет засияет для всех нас. Вечером окончится время Сирты. Что? Что? Возьмите эти кинжалы, убейте ее, и мы, наконец, пойдем по пути к истинному просветлению. Вот, братья мои, наконец мы избавимся от Сирты. Идем, время пришло. Херон, ты пришел ко мне с обнаженным клинком? Что это все значит? Я пришел освободить тебя от мук, дорогая Сирта. Никаких воспоминаний, никакой боли, и ты больше не будешь вводить нас в заблуждение. Мы сошлем тебя в пустоту, и без тебя мы обретем свет. Ты глупец. Я есть свет. Подойди, если осмелишься, и я изгоню тебя во тьму навечно. Я изгоню тебя во тьму. Твой свет померкнет. Ха!
Пошел! Сирта мертва, и теперь апостолы страшатся, что некому повести их к свету. Лидером лучше стать мне. Ты поддержишь меня? Спасибо за помощь в избавлении от нее. Теперь я смогу повести мой народ к свету. Увидимся. Привет. У тебя есть необходимые предметы, что противоречит всем предсказаниям. Тебе вновь удалось сойти с предначертанного пути. Однако будущее видится в тумане. Если желаешь противостоять тому, что надвигается, я создам для тебя посох. Посох Шеогарата хранит секреты этого царства. Следовательно, для него требуется сосуд, бывший очевидцем темных тайн. Сирта видела своими глазами то, что не видели другие смертные. Посему ее глаз послужит, дабы держать в себе то, что обязан хранить посох. Теперь, когда у тебя есть оба компонента, я могу воссоздать остов посоха. Корни древа образов уходят к сам. Говорят, древо питается. Теперь, когда твоя у тебя есть глаз и ветвь. Вместе они смогут образовать физическую оболочку посоха Шеогарата. После того, как я сформирую из них посох, тебе нужно будет принести его во дворец Шеогарата, обитель правителя дрожащих островов. Там напои посох силой из купели безумия. Пропитай посох водами этой земли, и он откроет тебе свою полную мощь. Тебе удалось отклониться от ожидаемого и совершить нечто несовместимое с законами логики. Я полагаю, в мои расчеты закралась ошибка. Теперь возьми свое сокровище и оставь меня.